Последняя десятая парфюмерная вода из коллекции Eau de Parfum Yves Rocher, с которой я познакомилась, это композиция Sels d'Azur, лазуровая соль. Напомню, что сама коллекция Eau de Parfum – это экологически ответственная коллекция ароматов, созданная с натуральным сырьем, с использованием органического спирта, не наносящая вред при производстве окружающей среде. И упаковка тоже из вторсырья используется. Что касается самих ароматов, это простые композиции, которые должны создать некоторое впечатление, создать определенное настроение. И Sels d'Azur – это аромат, посвященный морскому бризу. У меня travel-версия. Находится она в картонной коробке, без особых каких-то покрытий, просто обычный картон такой средней плотности. На передней поверхности картинка, которая задает настроение этой композиции. Как и во всех ароматах, в дизайне используется штрих краски, который ассоциируется с запахом. В данном случае это такой голубой, лазурный цвет. В верхней части над белым квадратом ярко-желтое солнце в зените, которое одновременно напоминает нам и солнце, и разрез цитруса. Даже если присмотреться, можно увидеть, что это даже скорее разрезанный цитрус, который таким образом здесь расположен, что напоминает диск солнца. А дерево, к сожалению, я не готова сказать, что это именно за дерево, но какое-то дерево из тех, которые растут в Средиземноморье, может даже какое-то хвойное растение, лиственница, не знаю. А в нижней части рисунка мы видим как бы обрывок фотографии. Тоже такое ярко-голубое, насыщенное, даже синее, можно сказать, море. Скалы серые, может быть, меловые даже скалы, потому что такой вот светлый оттенок. Эти скалы, может быть, покрыты коркой соли. Здесь тоже мы видим фрагменты скал, покрытых зеленью. Иными словами, в этом аромате мы видим акватику, водные ноты, видим такую свежую зелень, цитрусовые ноты, ну и ассоциации с морской солью. Посередине имитация квадрата, светло-золотистым шрифтом название композиции, Sels d'Azur, концентрация парфюмерная вода. Внизу таким же золотистым шрифтом эмблема и название компании в Роше, и внизу светло-серым шрифтом объем travel-флакона 10 мл. На боковых поверхностях ничего нет, но здесь наклейка. Русификатор, да, на русском языке наклейка, с информацией о том, что это парфюмерная вода, 10 мл, свежий цитрусовый аромат, Sels d'Azur, что в переводе на русский означает морской бриз, ну, на самом деле, лазуровая соль. Воспламеняется, состав, адрес производителя, импортера. На верхней поверхности светло-серым цветом нанесена эмблема компании Yves Rocher. Внизу выдавлен бач-код. Сзади информация о том, что Sels d'Azur – это аромат, который открывает двери и впускает в помещение энергию средиземноморского бриза. И тоже информация о том, что это свежий цитрусовый аромат, формат спрей, указан состав композиции, и тоже адрес производителя, электронный адрес, значки предостерегающие, штрих-код. Внутри информация о том, что цвет композиции может поменяться без изменения качества. Флакон цилиндрической формы. Стандартный, толстое дно, трубка чуть-чуть не достает до дна, будут потери аромата. На дне лазерная гравировка с основными сведениями о данной композиции. Наклейка слегка глянцевая. Рисунок полностью воспроизводит изображение на коробочке. Единственное, только здесь квадрат взят в более такую четкую золотистую рамку. На обратной поверхности наклейки нет никакой информации. Крышка из перерабатываемого пластика. Такие небольшие порожки, которые позволяют фиксировать плотно крышку. Вверху
рельефное изображение эмблемы компании Роше. Сама жидкость бесцветная. Пузырьки можно посмотреть, вот в основном мелкие, время жизни продолжительное. Но если говорить о стойкости шлейфа, то шлейф чуть-чуть меньше среднего. Композиция такая вот интимная, окутывающая коконом. Я ее хорошо слышу, но окружающие как-то никак не комментируют. То есть это аромат такой вот для личного пользования, не слишком шлейфовый. Что касается стойкости, то вообще я заметила, что вся линейка очень чувствительна к температуре окружающей среды. В помещении, где плюс 25, 26, 24, вот в таком диапазоне температур, аромат держится уверенно 8-9 часов на коже, на волосах, даже чуть дольше, ну, может быть, там, в пределах 12 часов. На одежде очень хорошо держится, вплоть до суток. Но стоит только выйти на улицу, где жара, композиция слетает буквально за полчаса, ну максимум 2 часа. Тут мгновенно испаряется, что очень печально, поскольку аромат как раз-таки рассчитан на зной, на жару, потому что это аромат про морской бриз, освежающая композиция для лета. Но в условиях того лета, в котором живу я, аромат себя не проявляет как стойкий, то есть можно пользоваться им только в помещении. Вот если в помещении хочется освежиться, то, пожалуйста, этот аромат подходит. А на улицу, к сожалению, в моих климатических условиях надо использовать только какие-то такие очень-очень стойкие и шлифовые композиции. Ну, распыляется достаточно хорошо этот пульверизатор. Вот. Если нажимать медленно, получаются такие больше капельки крупнодисперсные. Но если нажимать более резко и уверенно, то такая средняя дисперсность. В принципе, мне двух нажатий достаточно, чтобы так себя оросить. Но чтобы летом аромат держался более стойко, то я делаю до 4 таких распылений. Однако, к сожалению, все равно композиция слетает быстро. Что касается самого аромата, создавала ее, эту композицию Мариса Ламань, одна из авторов ароматов для дома Мюглер знаменитых, Аура и Эллен Годдес. Создала также композиции Луна Нин Ричи, много ароматов для компании Арифлейм разработана Мариса Ламань, и для компании Враше она создавала линейку ароматов Сой Эликсир, а в пределах, в рамках коллекции Eau de Parfum она создала тоже очень интересный аромат, который мне нравится. Сабль Фоу, новый жанр, и Garden Party. Ну, Garden Party ближе по настроению к Сель Азур, потому что это тоже такой вот свежий аромат с зелеными нотами. Но Garden Party — это такая цветочная композиция с зеленью, а Сель Азур — это акватика с цитрусовыми нотами и солью. Основные ноты, которые приводит нам компания Yves Rocher, потому что в рамках данной коллекции пирамиды не предоставляет нам компания, только основные ноты, это грейпфрут из Израиля, кедр из Вирджинии, ну, вирджинский кедр, иначе говоря, и таитянский ветивер. Я различаю в этом аромате две фазы раскрытия. Первое, когда я наношу на себя композицию, это, безусловно, грейпфрут. Хороший грейпфрут, красивый, в нем чувствуется и цитрусовая кислинка, и характерная терпкость грейпфрута, но в то же время присутствуют еще какие-то сладкие цитрусы, может быть, какие-то вот сладкие апельсины, потому что ну, что-то придает сладость композиции. Это не такой вот горький, терпкий грейпфрут, он смягчен какими-то сладкими нотами. Если нанести аромат побольше, то чувствуется синтетический лимон, вот такой просто, который в стиральных порошках используется, резкий химический лимонный ароматизатор. И на коже цитрусы тоже дают такой химический оттенок звучания. А в шлейфе на волосах, в принципе, достаточно приятный, адекватный грейпфрут, красивый. Соленые ноты я тоже слышу. Для меня это грейпфрут с солью, но соль именно не жесткая йодированная соль, а легкий-легкий морской бриз, такая соль в виде
отголосков, намеков. Да, йодистая она, конечно, но я люблю более жесткую соль, а здесь такое вот настроение какого-то отпуска на море, но нельзя сказать, что это прямо аромат, который можно почувствовать вблизи у самого моря, самого причала. Это действительно такой морской бриз, разлитый в воздухе, не концентрированный. Что удивительно, слышу я еще зеленые ноты. Они как бы не сильно заявлены в пирамиде, и они тоже не яркие, но легкая зелень ощущается, она освежает композицию, но тоже дает синтетичность на коже. Как ни странно, я слышу еще и белые цветы. В принципе, белые цветы во многих ароматах используются. Странно, что на коже я слышу ландыши. Тоже не слишком концентрированы, не слишком их много, но вот почему-то я угадываю ландышевый аромат. Иными словами, первая фаза – это цитрусы с легким соленым оттенком и с отголосками сладковатых белых цветов, сладкосвежих белых цветов и зелени. По мере того, как композиция развивается, она становится слаще, но это такая мягкая зеленая сладость, ассоциируемая с зеленью. И композиция в основном раскрытии напоминает мне аромат зеленого чая. Кто помнит одеколон у компании Yves Rocher был зеленый чай, вот похоже, может быть чуть-чуть более цитрусовый, но та самая сладковатая зелень вот того одеколона здесь присутствует. Ну, в принципе, Элизабет Арден, зеленый чай тоже. Ну, какие-то ассоциации есть. В принципе, вот зеленый чай, кто знает эту ноту в парфюмерии, она такая зеленая, но со сладостью. Аромат действительно напоминает запах духов с нотой зеленого чая. Плюс легкие цитрусы. Легкие белые цветы, может быть, какой-то даже намек на сладковатый жасмин. Тут такой зеленый чай с жасмином и цитрусами. И соль уже в основном раскрытие, она менее ярко звучит. Все-таки больше идет акцент на ноту, которую я воспринимаю как запах зеленого чая. А где кедр из Вирджинии и таитянский ветивер? Честно говоря, затрудняюсь сказать. Ну, кедр может придавать как раз вот эту легкую сладость, такую сладковатую ноту. Кстати говоря, на коже, когда я тестировала саше, я чувствовала ассоциации также с одеколоном «Голубой кедр», который тоже был в компании Yves Rocher. Вот та такая древесная сладость, слегка припудренная, она ощущалась. Но когда я наношу композицию на волосы, то в шлейфе я слышу сладость, которая больше напоминает мне одеколон «Зеленый чай». То есть вот эта лазуровая соль – это нечто среднее статистическое между одеколонами «Зеленый чай» и «Голубой кедр», но плюс еще с солеными и цитрусовыми нотками. Ну и оттенки белых цветов, которые здесь, они задают фон в данной композиции. Вот такой интересный аромат. В принципе, он приятный. Когда его нюхаешь, то понимаешь, что уже это слышал где-то. И цитрусовый одеколон напоминает, какое-то множество цитрусовых одеколонов. И аромат с нотой зеленого чая. И белоцветочной композиции. Но когда доходит дело до того, чтобы назвать, на что конкретно этот аромат похож, вот точь-в-точь, то как-то начинаешь теряться. Вот вроде и от одного аромата он что-то взял, от другого. И получилось такое нечто среднестатистическое. Летний освежающий аромат с акватикой, зеленью, с цитрусами. Он приятный, он бодрый, он заряжает энергией. Его приятно обонять, в нем нет ничего нового, никаких таких парфюмерных откровений. Это обычный, приятный запах для лета, который еще, к сожалению, из-за вот таких температурных своих особенностей, вот, поведения при высоких температурах, больше применим все-таки для освежения в помещении. Ну, в целом, такие ароматы для любителей цитрусовых нот, каких-то легких таких бризовых ощущений.
Нужен ли такой аромат в коллекции? Ну, мне кажется, что кто любит такие композиции, то он не помешает, но, опять же, можно найти и какие-то более интересные ароматы, хотя сам по себе запах неплох.